Вы смотрите обзор товара-средства от Litanvec, Авкст, 1,5 мл. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. От Li и других сосущих вредителей на плодовых, ягодных, овощных и цветочных культурах. Преимущество. Обладает системным механизмом действия. Устойчив к смыванию дождем, обеспечивает полную защиту всех частей растений. Характеризуется длительным периодом защитного действия, поэтому достаточно одной обработки за сезон. Эффективен как при высоких, так и при низких температурах. Разработанные препараты от Li достаточно разнообразны, но с наступлением весны нашествие Li каждый раз продолжается с новой силой. Существует более десятка видов тлей, поэтому для их массового уничтожения необходимы универсальные и эффективные препараты, которые при этом не повредят деревья и растения. С помощью нового препарата от Litanvec борьба с ней может быть окончена с минимальными потерями для вашего сада. Tanvec – это средство от тли с длительным периодом защитного действия, рассчитанным на уничтожение тли на овощных, плодовых, ягодных и цветочно-декоративных культурах. Препарат умеренно опасен для человека и животных, относится к трем классу опасности, не фитотоксичен, то есть, не подавляет рост и развитие растений в пределах нормы расхода. Средство умеренно опасно для рыб, его можно использовать в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов, однако представляет угрозу для пчел, поэтому его нельзя применять в период цветения растений. Способ применения. Рабочий раствор готовят в день применения, растворяя необходимое количество препарата сначала в небольшом количестве воды, непрерывно помешивая, а затем добавляя воду до необходимого объема. Рабочий раствор хранению не подлежит и используется в день приготовления полностью. Опрыскивание желательно проводить в сухую безветренную погоду, утром или вечером при температуре до плюс 15 градусов Цельсия. Обработку рекомендуется производить в защитной одежде, респираторе и защитных очках. Хранить препарат можно при температуре от минус 25 до плюс 35 градусов Цельсия в сухом, недоступном для детей, а также домашних животных месте. Для обработки яблони, кустов смородины в 10 литрах воды рекомендуется разводить 3 мл препарата. Оптимальный расход раствора на 1 яблоню – от 2 до 5 литров, на 1 куст смородины – от 0,5 до 1,5 литров. Обработку проводят до цветения, в период активного роста и развития растений. Для обработки картофеля от колорадского жука рекомендуется 1 мл препарата разводить в 10 литрах воды. Расход – 5 литров рабочего раствора на 100 кв, метров посадок. Обработку проводят один раз за сезон, не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая. Для томатов и огурцов в защищенном грунте 5 мл препарата разводят в 10 литрах воды, рекомендуемый расход – от 10 до 30 литров рабочего раствора на 100 квадратных метров посадок. Обработку проводят не позднее, чем за 3 дня до сбора урожая. Для комнатных растений раствор готовят из расчета 0,3-1 мл препарата на 1 литр воды. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.